Как заработать на покупке евро, как заработать на покупке золота и других валют, поговорим в этом выпуске. Я приветствую вас, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии скальпинг интрадей на зеркальных уровнях. Итак, поехали. Итак, поговорим о том, как заработать на евро. Сейчас намечается на евро разворотная фигура, то есть тренд разворачивается вниз. А все почему? Потому что доллар начинает укрепляться. И вот это укрепление доллара тащит все валюты в сторону укрепления доллара. Что здесь важно понимать? Что если у нас тренд по евро будет нисходящий, то, во-первых, он еще не начался, да, он дальше пойдет, но если он туда пойдет, он перед этим может несколько раз, скажем так, цену помотать, да, вверх-вниз, вверх-вниз. Обычно в разворотных фигурах начинается сильная волатильность, и она очень обманывает трейдеров постоянно. Вроде пошла наверх, начинаем покупать, она обратно начинает идти. А все почему? Да не потому, что она там собралась вверх или вниз, а потому что вот на этих разворотных моментах она начинает повышать волатильность. Здесь нужно быть очень осторожно. Что я могу порекомендовать? Если долгосрочно, то лучше продавать. Если краткосрочно, то используйте мои разворотные точки. Я отметил их синими квадратами. Здесь можно около этих уровней покупать и зарабатывать на росте. Это в районе цены 1.0738 и в районе цены 1.0657. Это у нас линии поддержки. Причем обратите внимание, это линии поддержки зеркальные, то есть хорошие, мощные. Поэтому вероятность того, что цена от них отобьется, достаточно высокая. Но это скальпинг, да, это короткие отрезки большими объемами. Идем дальше. Швейцарский франк к японской иене находится вот в таком коридоре. Смотрите, какой хороший коридор, хороший боковой тренд, отличный. Кстати говоря, в таких трендах хорошо работает мой робот. Поэтому здесь можно вычислить среднюю линию, вот где-то примерно посередине. Можно это moving average использовать для этого, можно просто визуально посмотреть. И здесь запустить его в обоих режимах buy и sell одновременно, и он будет собирать прибыль. И в боковых трендах он показывает наибольшую эффективность. Кому интересно, переходите на мой канал по ссылке внизу. И там, если у вас счет есть в компании A-Markets, вы можете получить бесплатно этого робота. Если торгуете вручную, то вот смотрите, давайте H1 посмотрим. От этих уровней вы можете входить в сделки. То есть от уровня 142.405 можно продавать, зарабатывать на снижении. И от уровня 140.332 покупать, зарабатывать на росте. Британский фунт к доллару также показывает разворот, так же как на евро. И ближайший уровень, который его может остановить, это уровень поддержки. Причем он совпадает с линией Fibonacci 308.2. Поэтому очень хороший уровень. Ждем его здесь. И в районе цены 1.1846 тайм ордера на покупку. Доллар канадец разворачивается потихонечку вверх, хотя пока что находится в нисходящем тренде. Но этот нисходящий тренд, вот так, больше похож на такой нисходящий боковик. Если он все-таки пойдет вниз, то ожидаем его также внизу на уровне Fibonacci 50 и 61.8. А если все-таки краткосрочно вот он ползет вверх и дойдет до линии сопротивления, зеркальной линии сопротивления, в районе как раз таки Fibonacci 23.6, это в районе цены 1.3513, то здесь можно будет ставить ордера на продажу и зарабатывать на коррекции вниз от этого уровня. Ну и давайте золото посмотрим. Золото также под давлением полетело вниз. Смотрите, такими резкими скачками, да, сейчас очень опасно им торговать. Опасно, если плевать против ветра. А если по тренду, то как раз таки очень хорошо в скальпинге заходить от линии поддержки сопротивления. В данном случае, смотрите, я нарисовал линию сопротивления. Это зеркальная линия сопротивления. И если цена к ней подойдет обратно, то как раз на нисходящем тренде будет очень удобно продавать и с низким риском. Поэтому здесь вот в районе цены 1911 можно будет продавать, зарабатывать на снижение по золоту. Полный обзор смотрите у меня на канале по ссылке в описании. Также рассмотрел там другие валюты. А сейчас давайте посмотрим, какие экономические события нам подготовил рынок и на чем мы можем еще заработать. Кстати, там есть интересное событие. Интересное событие — это решение по процентной ставке, которое будет во вторник. В понедельник у нас достаточно тихо, а вот во вторник ожидается повышение процентной ставки австралийского центробанка. Если это случится, это может укрепить австралийский доллар. Поэтому обязательно поставьте себе галочку, звоночек. На прошлой неделе мы вообще хорошо все заработали, поторговали. Я обычно стараюсь напоминать об этих новостях у себя в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка на моем канале под любым видео. И ждем эту хорошую новость. В среду также особо ничего нет. В четверг можно присмотреться только к индексу потребительских цен Германии. Он может расшевелить евро. Но направленного движения здесь ждать не стоит. В пятницу также повлияет на волатильность это новости по ВВП Британии.
А вот вечером будет интересная новость, она такая вот непонятная. То есть она, с одной стороны, не очень важная, а с другой стороны, у нее, смотрите, какое сильное изменение. То есть 104 было тысячи, да, а станет 17 тысяч. Это большое снижение занятости вот, у Канады. Это может сильно повлиять негативно на канадский доллар, и, соответственно, пара доллар-канадец может сильно укрепиться. Вот, поэтому обратите внимание на эту новость. Вот такие события на эту неделю, такие сигналы. Ну и важная новость, которая случилась в моей жизни. Я наконец-таки записал свой базовый видеокурс для тех, кто только начинает торговать, для тех, кто только начинает свой путь и хочет сэкономить максимально время, не искать, скажем так, ошметки информации в интернете, а получить все в сжатом варианте, именно то, что вам нужно для хорошего фундамента, для того, чтобы получить четкий алгоритм действий для торговли на бирже, то переходите по ссылке в моих видео на моем канале и приобретайте мой курс. Цена там достаточно бюджетная. Эта плата гораздо дешевле будет, чем те потери, которые вы получите на рынке, если будете двигаться вслепую. Так что желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.